Гид-доступ или настройка родительского контроля. Гид-доступ помогает родителю, выбрав определенное приложение для ребенка, временно ограничить доступ к другим приложениям. Гид-доступ позволит ребенку сосредоточиться на выбранном вами приложении при использовании планшета. Также можно заблокировать кнопку «Домой», чтобы ребенок не смог случайно закрыть приложение. Данная функция доступна на любом Apple-устройстве – iPhone, iPad или iPod Touch, начиная с 6-й версии прошивки. Чтобы настроить гид-доступ, нажмите «Настройки», «Основные», «Универсальный доступ», «Гид-доступ». Здесь вы можете включить или отключить гид-доступ. Задать пароль. Внимание! Пароль нужно запомнить, он вам пригодится. Начало сеанса гид-доступа. Откройте нужное приложение. Трижды нажмите кнопку «Домой». Измените настройки сеанса, затем нажмите «Начать». Отключение элементов управления приложения и области экрана осуществляется следующим образом. Обведите часть экрана, которую необходимо заблокировать. При необходимости измените размер выделенной области. Также вы можете заблокировать все нажатия на экран и включить запрет переключения ориентации экрана. Чтобы завершить сеанс гид-доступа, трижды нажмите кнопку «Домой». Введите пароль гид-доступа. Нажмите кнопку «Отключить». Ура! У вас все получилось, и гид-доступ настроен. Скачивайте приложение Indigo Kids на App Store и Google Play.